Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Обзор товаров с Китая». С вами его автор Александр. И сегодня у нас вот такая вот посылочка, вот такой вот желтый пакет. Когда я его получил на почте, форма самого пакета меня немножко сбила с толку. На ощупь здесь было такое ощущение, как будто здесь пивная банка. Я сначала подумал, говорю, вроде ничего такого не заказывал. А потом вспомнил, что заказывал с магазина не Temart, а Tiny Deal. Заказывал игрушку, машинку на радиоуправлении, которая находится упакована в что-то подобие пивной или бутылки из-под кока-колы, банки железной. Вот, стоила посылочка, значит, $8, шла примерно 45 дней. Вот, и вес ее 146 грамм. Здесь, значит, у нас написано, что это игрушка, и оцена в $7.99. Ну, если быть точным, по-моему, она так и стоила. $7.99, а не 8, если мне память не изменяет. Ну что, открываем. Должна быть машинка, очень популярная на Алиэкспрессе. Ну и вообще на Ютубе на нее. Я несколько раз видел распаковки про нее. Вот. Ну, посмотрим, что нам прислал магазин Tiny Deal. Не очень часто я с этого магазина заказываю, как хотелось бы. Все-таки по сравнению с Алиэкспрессом цены немножко дороже. Вот, но это как раз был тот случай, когда на Алиэкспрессе купить такую машинку вышло бы дороже. Вот. И, собственно, приобрел я ее в магазине Tiny Deal. Надеюсь, упаковка хорошая. Надеюсь, что все цело, все работает. И первый косяк уже сразу видно. Видно, что не ту машинку мне прислали, которую я хотел. Ну и что у нас здесь обзор, значит, баночки сейчас быстренький. То есть, ну, сверху как вот реальная банка. Написано Mini Racing Radio Control. Синяя машиночка. Я заказывал, по-моему, была зеленого цвета, если мне память не изменяет, зеленого цвета с номером 96. Здесь же у нас синенькая. Не знаю, почему они, конечно, так сделали, но в комментариях к товару я это писал. Ну да ладно, в принципе, я не расстроюсь, потому что машинку я эту заказывал не себе, а в подарок маленькому ребенку. Вот, он, в принципе, как бы не выбирал, выбирал я. Мне понравилась зеленая. Вот, ну, как видите, прислали синенькую. Надеюсь, что синенькая тоже мальчишке понравится. Хотя синий цвет, наверное, ближе к мальчишкам, нежели зеленый. Ну, потому что я ошибаюсь. Так. Вот так вот у нас все это открывается. Здесь у нас инструкция. Так, я уже сразу вижу, что она на английском языке. Ну, все в картинках, все понятно. С другой стороны, тоже чисто на китайском и на английском. Так, что у нас еще внутри? Внутри у нас стоит антенка вот такая вот. Так, ну, упаковочка мне вот, если честно, уже нравится. Так, два. А, тут надо вот так вот оттянуть и достать. Четыре здесь, я так понимаю, конуса. Вот. Такие вот конуса. Так, здесь как надо это все снять, чтобы не сломать. Так, батарейки у нас здесь 2 АА. Обычные пальчиковые. Так, ладно. Так, сейчас надо прибегнуть к инструкции, чтобы посмотреть, как ее снять. Так. Все равно не понимаю. Так, смотрим инструкцию. И смотрим, и ничего не понимаем. Так, ладно, сейчас я ненамного прервусь, разберусь, как ее снять, и потом продолжу видео. Не скучайте.
Итак, друзья, я вернулся. Продолжаем нашу распаковочку. Распаковку машинки вот такой вот из интернет-магазина Tiny Deal. Собственно, не надо здесь ее крутить влево-вправо. Достаточно просто таким вот движением ее аккуратненько хоп, снять. То есть она здесь вот так вставляется в паз и, собственно, держится на нашем пульте. Вставил я батарейки обычные пальчиковые. Сейчас вот прикрутим антенну. Немножко я ее подзарядил, так как машинка была полностью разряжена и вообще никак не функционировала. Собственно, вытягиваем нашу антенну и пробуем. Сразу же первый косяк, который я заметил, который мне бросился в глаза. То есть вот передние фары горят, задние фары горит только одна. Не знаю, возможно, это так должно быть. Возможно, залезу, посмотрю, разберу. Может, не буду трогать, оставлю так, как есть. Вот, ну, что еще могу сказать? Ездит так вот, по первым впечатлениям, достаточно бодро. Поворачивает. Ну, чуть стола не уехала. То есть, такая резвая, опа, резвая машинка. Ребенку, я думаю, как первая его такая вот гоночная машинка. На радиоуправлении, думаю, будет он очень рад такому подарку на Новый год. Вот такая вот у нас сегодня была распаковочка такой вот машинки с сайта Tiny Deal. Мне, в принципе, машинка понравилась, но, опять же, хочу пожелать магазину Tiny Deal быть более внимательным к своим покупателям. И за это, скажем так, по пятибалльной шкале ставлю магазину троечку. Ну, во-первых, за то, что прислали не ту машинку, которую я хотел. И, во-вторых, это за то, что горит только одна фара. Возможно, конечно, я ошибаюсь, и так и должно быть. Вот. Будет на эту машинку, скорее всего, сейчас заряжу, покатаю, обкатаю. И будет небольшой такой, наверное, мини-обзор. Как будет время, сразу запишу. Если же вам машинка данная понравилась, переходите по ссылочке, покупайте. Вот. За видео, собственно, если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо, пока-пока, с наступающим Новым годом!